ребята, всем привет. Привет, привет, привет. Сейчас мы покушали, и потом мы сейчас поедем в парикмахерскую, ждем Артема, чтобы вместе с нам постричься. И уже часа два или три ждем. Он так со школы не приходит. И вот он сейчас придет, мы поедем в парикмахерскую, потом мне папа завезет домой туда к бабе. Я там останусь. Ну, надо мне кое-что сделать. Завтра у меня крещение будет. Я думаю, поеду искупаюсь в проруби. Ну, попробую хоть один раз. Не знаю. Если у времени будет у взрослых, то тогда поеду. А, я сейчас уже постригся. Меня папа довез за парикмахерской. И я уже иду домой пешком. Мне здесь немножко осталось пройти. А потом уже я начну дома снимать. Потому что сейчас так неудобно немножко идти, что это. Руки мерзнут. Ну, так, ну, все еще тепло, классно. Меня быстро постригли, я попросил, чтобы мне вверх оставили, а вот здесь по бокам, как всегда. Ну и все. Сейчас вот домой. Итак, ребята, вот я уже домой пришел. Я вот как в парикмахерскую пришел, сразу постриг. Ой, не постриг, как тут я помылся. Да, что вот я в парикмахерскую не стал мыться, я сказал, что дома помоюсь. И вот я помылся уже, оделся. Сейчас хочу голову высушить, чтобы это потом лохмато не было. А, и вот... Я думаю, сегодня или завтра елку убирать, я не знаю, честно, когда. Это у меня прыщ болит, не знаю. И вот я не знаю, когда эту елку убирать. Может, вечером уберу с бабой, с дедом. Еще здесь прыщ расковырял, теперь кровь идет. Пипец. У нас сегодня еще каналы почему-то не работают. Ну, профилактика идет. На каналах. Вот так как-то. Вроде на сегодня все планы. Ну, еще дед, баба не знает, что я здесь и дома. Они придут, в шоке будут. Да, я вот здесь свечки ставил почему-то на комоде. Вот здесь я свечки ставил, баба их почему-то зачем-то убрала. Но я потом еще поеду в семейные большие, куплю свечек. Это вот таких красных. Красный, белый, потом что-нибудь еще. Короче, декор сделаю. А пока так. Сейчас чай попью. А, сейчас сначала волосы высушу, потом чай попью. Лёха, не ори. Ладно. Я уже налил себе чай, не стал себе волосы сушить пока. То есть все, они уже сами высохли, я их просто расчесал. И я просто попью кофе. Точнее, не чай, а просто кофе. Не хочу ни с печеньками, ни с конфетами, ни с чем, просто кофе хочу. У нас на улице вообще так красиво. Все вот которые группы Петропавловская есть, вот все группы забитыми фотографиями, вот такими деревьями. Камера не фокусируется, не хочет, заколебала, что с ней такое? И вот все белое. У нас даже, ну, там как коробка есть, она даже сама, она даже, короче, белая. Вот все белое. Я вот налил себе кофе, вот, и буду смотреть Катю и Ваню. Я все время смотрю, когда пью чай. Всем приятного аппетита, кушайте на здоровье. Я тоже буду пить чай. Так, я сейчас снимал, короче, ну, что я сейчас вам буду говорить. И камера не сфокусировалась, я сейчас посмотрел на чай, но там вообще так мутно. Сейчас переснимаю. Я чай попью, посмотрел Катю с Ваней и пошел, открыл YouTube. Ну, я Катю с Ваней в YouTube смотрел, а так свой канал открыл. Импровизацию я вчера скинул, а вот который влог вот 17 числа у меня не получилось, потому что интернет закончился и не успели оплатить его. Вот только оплатили, и вот я закинул сразу. Да, вот я залез свой, вот когда я выложил 17-е, и пишет какой-то водичка или что там, какой-то хейтер объявился у меня, короче, и пишет, зачем ты это снимаешь, типа, накрутил подписчиков, что у тебя сразу под 100 поднялось, я никого не накручивал, а во-вторых, если не нравится, не смотри, бери, отписывайся, все, вали вон. Это, удачи тебе. И, короче, еще, вспомнил, забыл, блин. И, короче, еще пишет, типа, вот зачем ты вот это снимаешь? И если честно говоря, у тебя влоги полное говно, он пишет. Извините за выражение. Ну, я его словами передаю. Здесь нет ничего такого. Я ему говорю, не нравится. Кому не нравятся мои влоги, пожалуйста, я никого не держу, никого не прошу. Берите и отписывайтесь. Еще буду я вас держать. Мне вот это
Не знаю. Я смотрел Марьяну Ро тоже, что она типа плакала. Я устала, вроде видео называется. Типа, ну, ее понять можно, сколько ее видео не посмотрю, там столько хейтеров снизу. Да, забыл сказать еще. Вот я когда вот видео снимал, что там не сфокусировалась камера, которую я удалил, и вот стал переснимать. И я вот побежал в этот, на балкон, и там вот чисто Рой, только еще немножко потолстее, и вот чисто Рой бежал. Я подумал, Ройка бежит, а это не Ройка, у него ошейник другой. Я сейчас вам покажу вот этого хейтера. Сейчас. Я не стал ничего удалять, никакой комментарий. Зачем удалять? Пусть люди видят, что они пишут. Сейчас. Вот. Сейчас я вам буду читать. Он пишет: какой смысл накрутки подписчиков, ты думаешь, если это не парень? У тебя влоги, честно говоря, говно. И по 50 подписчиков в день. В день 50 подписчиков не добавлялось, я вам говорю. На тебя не могут подписываться, когда у тебя было 60. Я думал, ну норм, чувак, кто снимает. А когда у тебя через день стало 160, у меня не было 60, и сразу 160 тоже не стало. Я когда стал снимать в прошлом году, в феврале, нет, в декабре или в ноябре, у меня со школы только человек 100 подписалось, мои со школы, и друзья еще. У меня было 100 с чем-то, сначала 50, и потом 100, потому что я в школе не рассказывал, а потом рассказал, и вот за это поднялись. А там потом, я не знаю, откуда они взялись. А, у Матвея, я говорил, пропиарился. И все. А вот здесь он говорит, у тебя было 60, и сразу стало 160. Не было такого? А, это не водичка. Извиняюсь, кому сказал, что там водичка. Это какой-то чебурек. Чебурек какой-то, короче. Вот он пишет, а я пишу. Во-первых, никого я не накручивал, а во-вторых, если что-то не нравится, просто отпишись. И в кавычках хейтер. Извините, кого-то я там перепутал, водичка. Это чебурек какой-то. И пофигу на него. И вот здесь пишет. Поздравляю тебя, первый хейтер. Я пишу, ха, прикольно, хоть теперь не скучно будет. И здесь еще девушка как-то написала. Молодец, продолжай, снимай, лайк тебе. Это вот на 17 число, вчера, вот, которое видео называется «Барси Ку-Ку». Да, конечно. Ладно. И на этом наш влог сегодня заканчивается, потому что мне на камере батарейки очень мало осталось. Потому что я вчера ночью забыл поставить на зарядку и уснул. Я вчера до 2 часов ночи сидел, монтировал эту импровизацию. Потом еще что-то. Короче, подписывайтесь на мой канал, ставим пальцы вверх и пишем комментарии под это видео. Снимать мне дальше влоги или нет.